Экстрим у нас в крови. Самое время рассказать вам последние вести с полей. Команда «Свое ТВ» продолжает экспедицию по отдаленным уголкам Пермского края в рамках проекта «Отшельники». И уже сегодня мои коллеги добрались до места назначения. Напомню, наши отчаянные ребята отправились на север Пермского края, в Чердынский район, в бывшую деревню Семисосны. Им предстояло преодолеть около 50 километров по бездорожью, перейти 5 бродов через реки Колву и Вишерку. Насколько нам известно, за последние 10 лет на машинах туда добирались всего один раз. Река Колва оказалась глубока и коварна. Наши путешественники не смогли преодолеть ее вброд, поэтому дальнейший путь к Семисоснам продолжили вплавь. И накануне вечером уже добрались до места назначения – в гости к отцу Петериму. Теперь задача X – съемки проекта. Также сегодня в планах посетить самое большое озеро Пермского края – Чусовское. Что ж, по-доброму завидуем ребятам и ждем от них интересных историй и завораживающих кадров. И обязательно расскажем вам о приключениях в далекой Уральской тайге.